Ми вже повідомляли, що мелітопольську активістку Ольку Гайсумову після 9 діб тримання окупантами у полоні відпустили. Жінка каже, що фізичну силу до неї не застосовували, чинили психологічний тиск. Мене тримали з мішком на голові. На допити водили у 3 різні кімнати. Заводили та виводили мене також з мішком на голові. Телефон мені вдалося скинути, тому жодних даних нікому я не передавала. Від мене вимагали співпраці та підписання 2 документів. Перший – про відмову організовувати, координувати і навіть брати участь у різноманітних мітингах. Другий – про інформаційне співробітництво та пособництво у денацифікації та демілітаризації. Я підписала ці документи, але попередила, що стукачем ніколи не була і не буду. Після підписання документів Ользі зробили послаблення, а 20 березня вранці з мішком на голові вивезли за 25 кілометрів від Мелітополя та висадили у поле. Додому Ольга так і не повернулася, адже вирішила одразу поїхати за межі міста задля своєї безпеки. Жінка дуже вдячна всім найбайдужим людям, хто намагався її врятувати. Також вдячна своїй вірі сповідання. У камері я молилася, і молитва мені дуже допомогла. Перші дні молилася дуже голосно і навіть співала молитви. Потім ослабла. Найбільше щастя – це побачити небо та почути, як щебечуть пташки. Я вдячна Богу та людям, які допомогли мені розробити логістику та неймовірним чином виїхати у безпечне місце. Протягом дня також відпустили з полону і працівників засобів масової інформації, яких викрали вранці 21 березня. Видавця Михайла Кумока та його родину звільнили пізніше за всіх. Наразі всі перебувають у безпеці. Я рад, що зараз вони знаходяться в цілості і сохранності, але, тим не менше, це підвергає опасності абсолютно всіх горожан, коли абсолютно без об'яснення якихось причин російські солдати, тому що їм так хочеться, ворують горожан просто на вулиці і роблять обыска у них вдома. На сьогоднішній день, як і прежде, знаходиться в заключенні і глава районного совета Сергій Николаевич Прима, і пастор церкви Дмитрий Бодю, і ще большое количество людей, активістів. Второй вопрос, который беспокоит на сегодняшний день всех, это наличие продуктов в городе Мелитополе, наличие медикаментов в городе Мелитополе, наличие пенсии. С последнего, что касается выплаты пенсии, то за март месяц на сегодняшний день ситуация по Мелитопольскому району, она почти катастрофична. Из 90 миллионов пенсий, которые должны были быть выплачены, выплачено порядка 8 миллионов. Ситуация с продуктами в магазинах почти они уже отсутствуют, есть только на рынках, но опять-таки нет наличных денежных средств. И такая же ситуация с медикаментами, они остались исключительно на экстренную медицинскую помощь в наших медицинских учреждениях. В аптеках медикаментов почти нету, и тех, кто страдают хроническими заболеваниями, не могут их даже приобрести за денежные средства. Сегодня совместно с главой областной государственной администрации был направлен запрос в офис президента и в Министерство обороны Российской Федерации на предоставление гуманитарного коридора в несколько городов и населенных пунктов Запорожской области с той целью, чтобы доправить до города Мелитополя то, что необходимо на сегодняшний день. Продукты питания, медикаменты, то, без чего город будет просто повержен в гуманитарную катастрофу. Я надеюсь, что Российская Федерация не только не на словах за людей, а и на деле, поэтому будет подтвержден этот гуманитарный коридор, и уже в ближайшие дни мы сможем отправить достаточное количество продуктов и средств первой необходимости в город Мелитополь. Что касается центра занятости. В городе Мелитополь он на сегодняшний день почти не функционирует, так как не функционируют все центральные реестры. В целом отключен город Мелитополь, так как находится в оккупации. Это и пенсионный реестр, это и регистрационный реестр, это и реестр центра занятости. Но что касается центра занятости, то можно воспользоваться данными услугами через ДИЮ. И мы дадим подробную инструкцию, каким образом через ДИЮ это сделать. Также я хочу обратить внимание о том, что на сегодняшний день и обратиться ко всей и к мировой общественности в том числе, что происходит на сегодняшний день. Те, кто называет себя властью в городе Мелитополе, они уже четко понимают, что пришли ненадолго, пришли временно, но их задача сегодня личное обогащение. Поэтому они делают рейдерские захваты бизнеса, они обворовывают бизнесменов, делают личные расправы, и это основная та работа, которая направлена на сегодняшний день и делают это все под прикрытием силовых структур и вооруженных сил Российской Федерации. Соответственно, задача сегодня вооруженных сил Российской Федерации – это мародерство и рейдерство просто бизнеса.
все они уже поняли, что они ненадолго и войну в Украине не победить. Поэтому сегодня задача только одна – это личное обогащение. Что касается наших медицинских учреждений, все они работают в штатном режиме. Как первичное звено амбулатории все работают на сегодняшний день до 2 часов дня, так и вторичное звено. И в экстренном порядке, и с хроническими заболеваниями оказывается медицинская помощь наших сегодня медицинских учреждений. Что касается работы коммунальных служб, то, как и прежде, по вине вооруженных сил Российской Федерации нет воды в авиагородке, потому что они не допускают наши коммунальные службы. Они сделали фееричную промо-акцию, на 1,5 дня включили воду в авиагородке, после этого воды в авиагородке по-прежнему нет. Все остальные коммунальные службы работают в штатном режиме. Спасибо всем тем, кто обеспечивает жизнедеятельность в городе Мелитополь.